Здравствуйте! Сегодня я на трофе железа. 17 октября. Вот это палатка организаторов. Здесь регистрация проходила. Вот здесь я расположился со своей рекламой. И вот сейчас проходит брифинг. Вот это старт. Вот проводит чермен брифинг тех, кто будет участвовать в гонке. Потом позже покажу, как народ стартовал. Вот трасса пошла. Вон реклама и моя в том числе. Трасса, где много ям всяких нарыто. Интересных. Там даже болото было. Вон наливали воды. Они специально даже вот здесь вот наливали воды в эту яму. Посмотрим, как народ поедет. Сейчас через полчасика будет старт. Будем смотреть гонку. Ничего! Ничего вообще, я не понял! Опа! Стукнулись уже. А, вон они полезли здесь. Сейчас вылезает, вылезает. Давайте, парни, вы можете!
вообще, бля, как святой, прям, ё-моё. Бля, там все. Там только вплавь. Да, там, оказывается, по камышам вообще там пешком идти можно. Да. Вот. Молодец. Мужики красавцы просто. Вот, блять, вот подготовленный экипаж, реально. Ну вот второй до сих пор. Когда у нас сказал, что у него моторчик будет? Понял? Вышел. Он взял и прошел там вообще. Он стрелок сюда спас. Он стрелок там стоит. Стрелок сейчас там разлился. Они уже друг с другом бьются. Я перед вами всеми снимаю шляпу свою, Adidas. Вот. Хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы нам поверили, доверились и стали ближе к такому формату, который мы впредь будем продвигать, потому что фото, видео, значит, как это называть, приборами. Вот, они все снимали, все это будет теперь гулять по интернету. Кто-то из вас станет популярным, какие-то видеозаписи выбьются в лидеры просмотров, скорее всего, потому что такое может происходить только на очень таких, я считаю, жестких трофейных трассах. Значит, в настоящий момент мы приблизили максимально условия трофи, но попытались, и нам, я считаю, это удалось создать вот эти трофейные условия в, значит, в пределах, грубо говоря, такой локальной территории, когда зрители могут этим наслаждаться. Я как раз вот тот самый Сан Сергеевич, да? Знаменитый. Присутствует, да, здесь сейчас. В частности, вот моя реклама такая. И призы вот эти, я думаю, они помогут вам прорубиться дальше. Зарезать. Вперед к финишу, к победе. За победу. Весной понадобится. Я так, язык никто не первое место. Кныш Виталий Герасимов Роман. Спасибо. А где за первое место кубок? Черти. Ушел. Ушел. Беги, Ром. Подождите, ребята. Не комплект еще. Штурман, вот комплект. Виталий, ты сразу прячешь. Куда-нибудь подальше. На самом деле мечтали о мачете, и так периодично я посматривал, у нас есть топорик. Ну, думаю, мачете надо. Ну, это для начала пойдет. Надо, да. Спасибо. И то, и другое пригодится. Молодцы, красиво было. Спасибо. Если бы не вы. Классно.